Мы находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с нашими гостями, у нас крупные бренды в кадре. Андрей, расскажите, какие цели вы преследуете вот, своим присутствием здесь на форуме и какие ожидания у вас от недели? Да, меня зовут Андрей Кришнев, я представляю компанию Nike в России. И мы впервые участвуем в этом форуме в этом году. Сегодня я был модератором сессии про спортивный ритейл. И мы как раз обсудили, что происходит и в России, и в мире вокруг спорта, и как спорт, и все, что с этим связано, помогает развивать бизнес. В целом, я бы хотел поговорить про деловую программу. То есть вы были спикером, рассказывали, что наиболее заинтересовало аудиторию, на что обратили внимание в вашем докладе. Мне кажется, обратили больше всего внимания на то, как мы много говорили про молодежь, потому что наш основной покупатель – это молодые девушки и люди 15-18 лет. Они самые быстро меняющиеся и требовательные. Да, мы работаем в спорте. Может быть, сложно сказать, что это можно скопировать, не знаю, на продукты питания или куда-то, но я надеюсь, слушатели вынесли какие-то интересные нюансы, как работать с молодежью, потому что если ты можешь быть успешной с ними, то с людьми постарше 100%. А какие у вас впечатления от аудитории, которая сюда приехала? Целевая ли для вас эта аудитория? Находятся ли здесь контрагенты ваше будущее? Здесь есть, я бы так сказал, компании, которые связаны с нами, которые могут помочь нам развивать какие-то новые сервисы и партнерства вокруг нашего бизнеса. И с несколькими из них уже интересно поговорили. Спасибо большое. Вот такие мнения звучат на неделе российского ритейла. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.